Мы привыкли строить систему защиты, начиная с периметра. Но сегодня набирает популярность метод, когда периметр вообще не нужен, но при этом мы можем обеспечить адекватный уровень безопасности для всех ресурсов, которые подключаются либо к интернет, либо наоборот к корпоративной сети. Это так называемые пограничные сервисы безопасности или более привычные англоязычные аббревиатуры SASE или Security Access Service Edge. Именно об этих решениях мы поговорим 15 февраля в рамках эфира «I am Life».